В эти дни в Нерюнгринском районе проходят дни Министерства молодежи, спорта и общества Республики Саха-Якутия. Одна из самых крупных делегаций – Министерства молодежной политики, представители которого провели работу по нескольким направлениям. Подробнее в нашем следующем сюжете. В рамках открытия Года молодежи в стенах Южно-Якутского технологического колледжа состоялась большая встреча представителей всех молодежных и общественных организаций с членами Министерства семейной и молодежной политики Республики Саха-Якутия. Работа велась сразу по нескольким направлениям. Волонтерство, студенческие отряды, секция «Молодые руководители» и секция «Военно-патриотическое воспитание». В принципе, это очень большое мероприятие, беспрецедентное для Республики Саха-Якутия, потому что в Нерюнгри впервые и, в принципе, в республике принимают для работы сразу несколько министерств. Все делегаты подготовили специальную программу для работы с представителями молодежи, которая позволит выявить основные направления для деятельности, новые идеи и проекты для реализации, а участникам получить новый опыт. Сегодня у нас секция именно волонтерского движения будет посвящена практикуму, то есть будут проходить различные практические занятия. По окончанию работы секции прошел круглый стол на тему задачи Года молодежи, который позволил всем участникам подвести общий итог встреч и определить более приоритетные направления работы на будущий год. Виктория Харитонова, Вадим Барашков, НВК Саха, Нерюнгри.